Доброго вечора. В прямому ефірі каналу М2 програма «Моя музика». Я її ведучий Олександр Положинський. Якщо ви звернули увагу, від сьогодні ми виходимо в ефір о 21:00. І так буде далі завжди. Тому що ми піклуємося про вас, про ваше здоров'я, про ваш здоровий сон і про вашу можливість подивитися нашу програму перед тим, як добряче поспати. А також ми маємо ще одну новинку для вас від сьогодні. Ми працюємо без рекламних пауз. Тобто тільки розмови і жива музика. Сьогодні тільки для вас в програмі «Моя музика». І раз же ми згадали про живу музику, то сьогодні вам представлю учасників цієї частини нашої програми. Мій товариш по ФК «Маестро» Вадим зі своїм проєктом «Олейник». Вітаємо його! Ну, але все ж таки головні дієві особи у нас, як завжди, сидять на цих, як вони кажуть, незручних, я ніколи не сидів, тому не можу перевірити, жовтих диванах. Сьогодні у нас в студії директор компанії Comp Music, першого українського рекордингу із тих, які ще досі працюють, і працюють доволі активно. Олег Долинський, давайте його привітаємо. І інший наш гість значно більш впізнаваний, ніж Олег. Pianoboy Дмитро Шуров, вітаємо його. Тема нашої сьогоднішньої розмови, ми її сформулювали просто, як продати музику. Але взагалі будемо говорити про те, як музиканти, як артисти, як співаки можуть монетизувати, я сказав це складне слово, свою творчість. Чи вдасться нам сповна відкрити ці всі аспекти? Буде видно. Але є одна неприємна новина. Попри те, що ми, крім телебачення, маємо прямий ефір, як завжди, на нашій офіційній сторінці на Фейсбуці, не офіційній сторінці нашої програми, офіційній сторінці каналу М2, сьогодні немає в студії шоколадки, яка буде тримати з вами, дорогі наші фейсбучні глядачі, безпосередній зв'язок. Ніхто не буде коментувати наживо ваших коментарів, але ви їх все одно пишіть. По-перше, тому що я потім все прочитаю і зроблю свої висновки, а по-друге, найцікавіші і найвлучніші, і найважливіші коментарі ми завжди випускаємо у вигляді плашечок таких, там знизу, знаєте, в телевізорі, для нашої телевізійної аудиторії. Тобто, хто не буває наживо у Фейсбуці, побачить Фейсбук через телевізор. Ну, і ще в нас є сьогодні прекрасна аудиторія в студії. Немає журналістів, але є молоді артисти. Я з ними не встиг познайомитися, але давайте з ними привітаємось. Як завжди, в цій частині нашої програми, в стартовій частині, найбільше говорю я. Далі, сподіваюся, більше будуть говорити наші гості. Дехто їх називає експертами. Самі гості здебільшого не люблять цієї назви. В будь-якому випадку, дякую вам, що завітали. Я взагалі люблю все зі словом «екс». «Екс». Ти мене попередив. Вибач, що я цей «екс» все-таки згадав. Перше питання. Про Юну ми не будемо згадувати, так? Как скажешь, Саша, сегодня все для тебя. Для меня. Да. Можешь повторить? Я знаю, что ты в любой момент готов говорить. Можешь для меня повторить свой вчерашний выступ на сцене Юны? Да. Слушай, у меня на сцене было 100 человек, был госпел-хор. Мне сложно без них будет повторить. Прекрасно. Я вышел и сделал. Я уже себе все уявил. Я себе все уявил. Дякую. Было очень здорово. Был потрясающий свет. Ось и все, что вам потрібно було знати про вчорашню церемонію нагородження. Моему сыну очень понравилось мое выступление. Я, ти знаєш, не опитував всіх, але по тому, що я бачив у своїй стрічці в Фейсбуку, всі відзначають дуже твій виступ, так що... Он шутит. Не, подожди. В любом деле есть те, кто выступил, и те, кто получил награды. И есть те, про кого навіть не згадали. Ось він перед вами. Да, есть те, кто вообще никаких... Ось вони перед вами. Есть те, кто вообще никаких премиях не нуждается, и это ты. Так, дякую. Мені премії не потрібні. Дайте мені просто гроші, і про гроші ми далі будемо говорити, сподіваюся, нарешті. Перше питання філософське, і, можливо, воно трошечки навіть недоречне, тому що я для себе відповідь знаю, але хотів би почути вашу точку зору. Різні артисти по-різному формулюють своє ставлення до творчості, до того, чим вони займаються. Одні кажуть, я в першу чергу творець. Я творю, я артист, для мене це важливо. Заробіток вже для мене стоїть на другому чи третьому плані. Я отримую своє задоволення від спілкування з глядачами, від своєї творчої реалізації, від самого процесу творіння. А вже зароблю я на тому чи не зароблю, це вже таке питання. Вдасться, добре, не вдасться, і Бог з ним, це не головне. І інші ж артисти, і, як правило, вони більш успішні, більш відомі, більш впізнавані, кажуть, треба думати в першу чергу про те, для кого ти пишеш пісні. Чи здатен глядач потенційний, чи слухач оцінити твою творчість. І чи готовий він, головне, за це заплатити гроші. От для багатьох людей саме гроші є творчим мірилом головним. ваша думка. Ну, я, в принципі, я знаю, що ти скажеш, але я мушу, щоб... Як ти знаєш, що я скажу? Ну, ми з тобою стільки років знайомі. Ну, не настільки. Я пам'ятаю, ми з тобою коли-то, пам'ятаєш, зустрілися в метро. Не помню, в каком-то году было. Мы с тобой колись ездили в метро. А, нельзя об этом говорить, были такие часы. Да? Нельзя об этом говорить, прости. Ну, я, может, начну, если можно тогда, да, потому что... Ты про цей анекдот хочешь зараз рассказать? Нет, никаких анекдотов. Очень серьезная передача. И настолько серьезная, что даже рекламодатели боятся, видишь. Да, неважно, проехали. Но я все-таки считаю себя в большей степени нишевым артистом, нежели таким вот классическим... Нишевый артист? Нишевым артистом, да. Имеется в виду, что... нишевый музыкант, он все-таки не ориентируется на свою аудиторию. Можно я для аудитории маленькую ремарочку? Давай. Нишевый від слова ніша, а не від слова нижний там, чи нижчий. Да, ну, чтобы вы разумели. Я просто очень для себя хорошо это понимаю, когда вот один раз в году попадаю на премию Юна. Это один день в году, когда я работаю в украинском шоу-бизнесе. Это на этой премии. Вот, я очень хорошо понимаю разницу между... Я перепрошую. Ты все время меня перебиваешь. Ну, моя такая работа. А на M1 Music Awards ты не ходишь? Я не попадаю. Каждый год какая-то карма. Я оказываюсь в другой точке. Конкретно в прошлый раз я был в LA. Ну, так получилось, что пришлось выбрать LA. Да, мы играли на фестивале в Калифорнийском университете. Было очень круто. Вот, да. И... Ты говорил про нишу и про то, что ты один раз... Да, я говорил о том, что очень хорошо чувствуешь. Вот вроде как все музыканты, но есть музыканты, которые относятся к своему делу как все-таки к бизнес-проекту. И, соответственно, с этим выстраивают какую-то стратегию. Есть музыканты, которые уже пляшут от музыки, которую они пишут, и я принадлежу скорее к ним. То есть пишется какая-то музыка, ты не можешь через себя переступить. Вот не получается. Вот при всем желании. Иногда так хочется написать какой-то, знаешь, танцевальный хит, вот который бы с этими еще звучками... Вот чтобы он резонировал вот, с молодой аудиторией, которая там танцует, напиши, да, под Монатика танцует, под Ваню Дорна. А вот пишется какая-то вот душераздирающая, драматичная там хрень, например, песня «Лучшее, что есть», наш последний сингл. И от этого уже пляшет вся основная стратегия. То есть ты едешь, играешь эту музыку людям, чувствуешь отклик какой-то, который от этого в твою сторону они направляют. И уже двигаешься дальше. Вот это называется нишевый артист. Но это не значит, что нишевые артисты, которых сейчас в нашей стране появляется много, это там группа «Один в Каноне», Вивиан Морд, группа «Латекс Фауна», которая, я думаю, будет когда-нибудь обязательно большим поп-гигантом. Но сегодня они... мы уже запросили «Латекс Фауна» выступить у нас наживо через эту программу. Очень крутая группа. Вот. Это не значит, что нишевые артисты не могут монетизировать свое творчество, что они не могут... правильно работать с цифровыми площадками, где они эту музыку могут продавать. Ну, это все сейчас не пустые слова, это все продается. Мы про это все поговорим, да. больше детально далее. Но все-таки, ну, для меня, как для музыканта, первичная музыка, и у меня нет цели продать ее. Я не думаю такими критериями. Моя цель – донести ее до максимального количества людей, до моей потенциальной аудитории. Ради этого я могу делать много разных вещей. Я могу общаться с каналами, с радиостанциями, ходить на эфиры, приходить в подобные передачи. Я могу участвовать в премиях. Да, участвовать в премиях, и я сделаю все для того, чтобы донести свою музыку. После того, как она попадет в какое-то зерно, в какую-то аудиторию, она начнет монетизироваться сама собой. Вот и вся история. Добре, дякую. Дуже таке обширно. Я уже могу идти, наверное, я все рассказал. Я можно я отреагирую? А вот хочется почути вашу думку даже. Тут разбита моя мечта о хорошем артисте, которому в рекординговой сказала бы компания, что... Вот нужно, чтобы вот в припеве было вот это тын-тын, да-да, и тогда мы сможем наконец-то продать вашу музыку, разместить на всех радиостанциях, собрать деньги за публичное исполнение, публичное сообщение, продать кучу ринбэктонов, интернет, напечатать ограниченный тираж компакт-дисков и попытаться их тоже продать. Но вот, к сожалению, рекординговую компанию наши украинские артисты подпускают к своему творчеству уже после того, как записан альбом. И вот тогда они говорят: Олег, на, послушай. И я долго слушаю и спрашиваю: а вот какую же песню из этих вот там 10, что ты принес, какую же песню можно попробовать разместить на радио? Ну, может быть, вот эту, или может быть, вот эту. И я понимаю, что артисту нельзя сказать, что нет, это повна ерунда, це не подходить. Все-таки ви думаєте, що щоразу треба думати і про можливість заробити? Це залежить від того, зачем чоловік прийшов в музику. Якщо він прийшов для того, щоб самовиразитися, если у него есть там, ну, как бы дом, машина, там, богатая жена или богатый муж и так далее, то тогда, конечно, можно об этом не думать. Но, как правило, вот именно такие артисты и создают коммерческую музыку. А вот если этого всего нет, то подумать о том, как это будет продаваться, я считаю, обязательно нужно. Ой, а я бы хотел поспорить с Олегом. Вот да, вы сказали, ну, тут вопрос же в подходе, да? Вот вы сами сказали сейчас такую вот информацию, что вот к вам приходит артист уже с готовым альбомом, и вы не можете с ним найти общий язык, да? Как это продавать, что с этим делать? Но разве рекординг не должен искать сам артиста, когда он еще не записал альбом? То есть разве не рекординг должен совместно с ним, вот менеджмент, да, потенциальный его и артист, создать что-то, что будет нужно людям? Ну вот, к сожалению, вот то, что вы говорите, это мировая практика. Да, в Украине она не работает. То есть везде в мире, там, компания Imaj, например, имеет студию Abbey Road, она... Там ее менеджеры сидят с артистами в этой студии, помогают записывать альбом, помогают советовать. И это делается на деньги рекординговой компании. К сожалению, в Украине, так как доход рекординговых компаний от украинской музыки, он вообще, ну, очень маленький, то рекординговая компания не имеет возможности вкладывать какие-то существенные деньги в украинских артистов. И поэтому там, оплатить студию, заставить артиста делать именно то, что хочет рекординговая компания, так как она платит за музыку. А в этом случае не получается. Но поэтому артисты ищут себе каких-то менеджеров, которые, как правило, выходят из фан-базы, которые верят в это как сумасшедшие. Якраз ми про це поговоримо трошки пізніше, але я потім уже приходять к лейблу. Хотів попросити, щоб Олег в кількох словах коротенько розповів, чим же рекордингова компанія Comp Music, яку ви представляєте, займається в Україні, враховуючи, що не все з того, що відбувається в світі, нам під силу, в силу різних там причин. Ну от, тоді вже к темі нашої передачі, як заробляти гроші на записаній музиці. От, давайте про це так, ну, поки що в загальних рисах. Якщо ми відбросили, перший, другий, третій, п'ятий. Совершенно вірно, якщо ми відбросили живі виступлення артистів, і його участь в якихось рекламних акціях. Ну, ми про концерти сьогодні не говоримо, бо це і так зрозуміло більш-менш. Ми про інші способи заробітків. То записаної музики, записаної фонограми можно получить деньги, если продавать ее в виде носителей. К сожалению, украинский рынок практически избавился от носителей, то есть магазинов, продающих компакт-диски в Украине, но у нас есть автозаправки, я перепрошу. Вот есть автозаправки и есть один правильно работающий магазин в Днепре. В Днепре? Да. Всі за дисками в Дніпро. Так. І далі. Можна продавати музику в інтернеті. К сожалению, в українському інтернеті не можна продавати музику. Ми про це теж ще поговоримо. У мене тут список. Да-да-да. Можна продавати музику через міжнародні цифрові площадки. Коли ви кажете «можна», це те, чим ви безпосередньо займаєтесь або можете займатися? Совершенно вірно. Можна продавати музику в виді мобільного контенту для мобільних телефонів. И можно собирать деньги за права. Вот эта часть в Украине еще вот не уничтожена, она работает. То есть деньги за права на включение музыки в какие-то там кино, какие-то телепрограммы, танцевальные программы, показы мод. У нас була ціла програма, присвячена авторському праву в Україні і можливості на цьому заробляти музикантам. Хто хоче, подивіться перший випуск програми «Моя музика» більш детально на цю тему. І ще є публічне виконання і публічне сообщення музики. Тобто радіо, музика в кафе, барах, ресторанах. Тобто фактично рекордингова компанія в Україні. А, до речі, на вашому місці кілька програм тому сидів Женя Галдич, який на мою фразу стосовно рекордингових компаній сказав: «Забудь ці слова, немає у нас в Україні». От, Женя, є у нас рекордингові компанії в Україні, от живий директор живої рекордингової компанії. Тобто, фактично, рекордингова компанія допомагає артисту зробити те, про що ми сьогодні говоримо. Просто Женя Ротлер, он должен быть всегда всем недоволен, понимаешь? Это нормально, это его работа, это просто его способ коммуникации с окружающим миром. Не обращай внимания. Женя дістається після участі в нашій програмі. Нічого, не полезно. Діма, я там, пам'ятаєш, трошки раніше тебе перебив, сказав, що ми пізніше про це поговоримо, коли ти почав говорити, що є артисти, які не співпрацюють з рекординговими компаніями, які мають в своєму штаті, або можливо взагалі артистам без допомоги якихось рекордингових компаній, інших структур, які допомагають займатися такими справами, самотужки цю тему потягнути, чи навряд чи? Ну, понимаешь, зависит от того, что человек хочет в итоге из этого получить. Когда артист вообще только появился, и абсолютно никто его не знает, никто его нигде никогда не найдет, и ничего на этом не заработает. В лучшем случае, вот то, о чем вы говорили, синхронизация, то, что называется, это когда ты лицензируешь права на свою музыку в какие-то кинофильмы, может быть, какие-то друзья возьмут твой трек в фильм, который они только что сняли, вот. Но с какого-то момента, когда имя начинает что-то весить, когда появляется какой-то каталог, а я считаю, что альбомы необходимы любому серьезному артисту. 1, 2, 3 альбома, когда они уже есть у него. Слушай, ты забираешь, ты читал сценарий, ты каждое мое питание начинаешь. Я так и знал. И с какого-то момента артист становится перед выбором. Он готов заниматься этим сам, либо он хочет отдать все-таки бразды правления одному из рекордингов. А если он хочет, то он может, а? Да. Ну вот смотри, ситуация такая. Вот есть все эти права, которые перечислил Олег. По суті, при желании, де права, а де взагалі можливість контактувати, бо не всі йдуть на контакт. При желании артист може, я думаю, всі об этом знають, але я назову те, що всі знають. Є там компанія, яка займається продажею музики в iTunes, компания Believe, международная, которая работает с рекордингами. А есть ее подразделение, называется TuneScore, если не ошибаюсь. Мы про это тоже поговорим. В которое может прийти любой, только что создавший себя артист, не знаю, Владислав Соловеев, вот, создать себе там кабинет и разложить свою музыку на iTunes и везде. За это, правда, нужно там заплатить немножко денег, поэтому ты еще и платишь сначала, а продаж ты гораздо меньше. Вот. Но ты можешь отдать свою лицензию вот этим людям, чтобы они продавали диски, вот этим людям, чтобы они занимались там публичкой, вот этим людям, чтобы они занимались iTunes'ом. І просто з ними всіми держать якусь зв'язку. Ну, теоретично це можливо, але це набагато складніше, ніж якби артист співпрацював з рекординговою компанією. Є люди, які в стані робити багато справ одновременно. Для них це можливо. Люди, які можуть тільки писати музику, являються священним граалем і недоторканим абсолютно творчим чоловіком, це робити не зможуть. Ясно. Я би все-таки посоветував, в особливості молодим музикантам, все-таки попытаться своей музыкой заинтересовать какую-то серьезную компанию. Потому что сделать самостоятельно вот весь этот комплекс работ и, с одной стороны, сделать свою музыку более известным, и, с другой стороны, получить какие-то деньги, чтобы было на что там снимать клипы, записывать следующую музыку. Но это без помощи рекординговой компании и музыкального паблишинга. Но мне кажется, что... Но это должна быть очень гениальная музыка. Да, может быть какой-то суперхит, не знаю, очень вирусная какая-то история, после которой рекордники сами приходят. Да. Такое тоже было и в моей жизни в том числе, когда вдруг тебе все пишут, и ты начинаешь думать, ого, ничего себе, а я же вот у вас же был, у вас же был, у вас был, а как так? Но на самом деле так это и работает. А? У нас не был. У вас не был, да, это правда. Но это было вообще в России, это было не в Украине. Можна я трошки перехоплю нетривалий час ініціативу? У нас просто тут є музиканти, які дуже хочуть донести свою музику до широкого загалу і, можливо, навіть знайти якісь нові перспективні професійні контакти на майбутнє. У нас сьогодні проєкт, який називається «Олейник». Ти перший будеш наживо з музикантами виступати чи ні? Во-первых, добрий вечір. Да, перший раз. Перший раз, бачите, дебют і ще й... Ще й ти сьогодні таким дебютом анонсуєш, я так зрозумів, цілу програму зіграну наживо, яку ти готуєш? Да, совершенно верно. Готовим программу, готовим большой сольный концерт. Это будет подвязан к выпуску первого альбома. Мы, кстати, с вами потом поговорим. И новая песня, которую еще не слышали. Прекрасно. В программе «Моя музыка» Олейник зі своїми новими піснями. Я подарую неба усі зірки, то собі. Навколо тиша, я і мої думки. Кожна хвилина така потрібна мені. В думках картина єдина. Знову сонце встає, світло простягає, небо підлітає, шукає тебе ніжним подихом снів. Вітер огортає, по землі блукає, десь там, де ти є. Знову сонце встає, світло простягає, небо підлітає, шукає тебе ніжним подихом снів. Вітер огортає, по землі блукає, десь там, де ти є. Тільки з тобою мрії мої живі. Десь в океані здійсняться вони. Я відчуваю твої бажання і сни. Вони рятують від самоти. Знову сонце встає, світло простягає, небо підлітає, шукає тебе ніжним подихом снів. Вітер огортає, по землі блукає, десь там, де ти є. Знову сонце встає, світло простягає, небо підлітає, шукає тебе ніжним подихом снів. Вітер огортає, по землі блукає, десь там, де ти є. Десь там, де ти є. Знову сонце встає, світло простягає, небо підлітає, шукає тебе ніжним подихом снів. Вітер огортає, по землі блукає, десь там, де ти є. Знову сонце встає, світло простягає, небо підлітає, шукає тебе ніжним подихом снів. Вітер огортає, по землі блукає, десь там, де ти є. Десь там, де ти є. Десь там, де ми є. Олейник наживо в програмі «Моя музика». Можемо привітати Вадима з першим публічним виступом в супроводі музикантів. Вітаю. На мою думку, це важливий крок в житті кожного музиканта. Можливо, хтось зі мною не погоджується. Тим Да, не с менш, этого момента все в жизни меняется. Это ужасный геморрой играть с живыми музыкантами. Ты стращиваешь их какие-то графики до времени, пока не можешь платить им зарплату. Так, повертаємось до нашої теми. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про можливість заробити на музиці. Нагадаю, що в першій частині нашої програми Дмитро озвучив тезу, що він вважає, що кожен артист чи колектив має випустити хоча б один повноцінний альбом, а краще хай їх буде кілька, а ще краще хай їх буде багато. Три вистачить. Натомість є сучасна тенденція взагалі відмовлятися від альбомів, випускати все синглами, про альбоми взагалі не паритись. Тим не менш, Олег, як директор рекордингової компанії, озвучив тезу, що на фізичних носіях музику практично в Україні вже ніхто не купує. Так є сенс взагалі випускати альбоми? І якщо є сенс їх випускати, чи є сенс їх ще випускати на фізичних носіях? Чи просто зробив альбом, виклав в інтернет? Що скажете з цього приводу? Ну, по-моєму, артисти зараз випускають альбоми, іменно альбоми, а не по одній пісні, в першу чергу, щоб ну, показать свой статус и использовать его как промо-возможность, о чем будут писать, говорить и так далее. Это во-первых. А во-вторых, если альбом — это не просто сборник песен этого артиста, а какая-то концептуальная история, про которую будут писать гораздо больше, потому что можно писать не только про музыку, но и про дикие танцы, трембиту, там еще что-то, появляется целый ряд дополнительных вот этих маркетинговых историй, которые помогают артисту становиться более известным. Так что со стороны промоушена альбомы нужны. Со стороны коммерции, ну, как бы, надо понимать, что в Украине продать сейчас 500 дисков одного наименования — это уже сложно. Уже складно. Да. Вот, поэтому коммерческий альбом может быть интересен только в том случае, если мы пытаемся заинтересовать наших западных коллег в музыке этого артиста. Вот если удается заинтересовать, то тогда что-то получается коммерчески с альбома, вот как с альбома. Если же нет, то в интернете, ну, как бы, альбом — это дополнение к синглу. Ну, для меня альбом — это однозначно художественное произведение, в первую очередь, как для музыканта, потому что каждый альбом — это определенная концепция, которую ты выстраиваешь. Ну, я не могу тебе это рассказывать, у тебя сколько, 8, да, 10? Вот берите все пример, пожалуйста, с Сашка, потому что... И каждый альбом — это какая-то история, какая-то концепция. Вот. И ты начинаешь создавать это, долго ли, коротко ли, потом ты очень долго думаешь о том, как все это будет выглядеть, ты разрабатываешь это. Вообще ценность диска как таковая для меня вообще не обсуждается. И, кстати, 500 дисков, ну, не знаю, мне кажется, сейчас немножко индустрия это поднимает голову по чуть-чуть. Вам, конечно, виднее, как непосредственному участнику событий. Я только вот... Но ты все равно свои альбомы... У меня регулярно возникает... Ну, да, мы печатаем там по 500, по 1000, конечно. Не печатаем, как раньше, много тысяч. Но ситуация, в которой там я звоню своему издателю и говорю, мы вот едем в тур, нам нужен диск, он говорит, а у нас они только что все продались, сейчас мы срочно напечатаем еще. В принципе, она для меня частая. То есть это покупается. Наверное, для этого мы работаем. Это круто сделано. Это серьезно, это оформлено серьезными людьми. Вот. К этому прилагается, как правило, винил. Человек может купить винил, который тоже неплохо продается. Вот. И, кстати, в Одессе тоже остался один магазин, который всегда продавал диски, а теперь он переквалифицировался полностью в винил рядом с Гурсадом. Я буквально вот 2 дня назад заходил. У них там тонна просто винила, в том числе украинского. Кто-то же покупает все это. Вот. Но, конечно, это, ну, скорее фетиш. Гості, дорогі, довели мене до сліз. Якщо раптом хтось із платоспроможних громадян України зараз дивиться нашу програму, яким потрібен вагон компакт-дисків групи «Тартак», звертайтеся недорого. Та ну, ти просто подожди немножко. Почекати? Не спіши. Нема вагону, немає. Просто полежать на складі. У мене, кстати, лежить до сих пор несколько коробок первого альбома группы Aesthetic Education. Вот эти залежались. Вот. Я решил их не распространять до поры до времени. Ну, я думаю, что придет час и для них. Не выбрасывайте. Мы случайно не выбросили на складе аудиокассеты. И ну, стояло несколько ящиков там с разными кассетами, которые мы издавали. И вдруг у нас все начали спрашивать, а нету ли у вас там каких-то кассет? Вот появился какой-то вот интерес, причем я уверен, людям кассеты. Даже не на чем их слушать. Во всем виновата группа Бумбокс, я вам точно говорю. Все стали покупать Бумбокс, всем потребовались кассеты. Я не знаю, є сенс обговорювати тему, чи є можливість заробити на продажі альбомів в Україні, чи немає сенсу лізти в цю тему, бо відповідь однозначна. Можна заробити. Давайте там в загальному. Скільки коштує записати альбом? Ну, приблизно, в середньому, там, більш-менш нормально. Скільки випустити фізично і скільки на цьому всьому там в результаті можна заробити? В этом смысле, если вы собираетесь там записать альбом, потратив даже минимальные деньги на запись, не оплачивая... Які суми в вашому розумінні? Може, я переплачую? Это однозначно. Но запись одной песни на хорошей студии, ну, обойдется... В Украине? В Украине. Может обойтись там и $1000. И 1000? Да. Але може і 100. Ну, можна записати вдома. За 100 можно записать ребенка. Тогда это будет бесплатно. За 100 еще останется на Макдональдс. Поэтому, продав вот эти желаемые 500 дисков по 50 гривен, но шансов нет. Отож, сам Бог вылив, выбачь. Я очень быстро скажу, да. Просто времена изменились. Нельзя относиться к диску как к самоцели музыканта. Это лишь часть всего процесса. Он доносит тебя до твоей аудитории. У меня вот в последний альбом не вошло 2 сингла, которые выходили перед этим, «Горячо слышно» и «Кухание», по той простой причине, что я не видел их в плейлисте этого альбома. То есть это то, что ты даешь своей аудитории. Ты ее растишь как такой волшебный сад, который потом тебя питает. Вот. И в процессе... Ты выпадково сказал «растишь как»? Ты это навмисно сказал? Злобный тролль. Вот. И вот смотри, сначала ставит диван для гномиков, да, потом начинает еще и троллить. Еще и сам так сверху. Вот, поэтому альбом, iTunes, все это часть процесса, и все это важно. Давайте ми поговоримо про ту частину процесу, яка зав'язана на інтернет, на мобільний зв'язок. Як з цим правильно працювати? Перед тим, як продавати альбом, вот просто мы заговорили о молодых музыкантах, которые собираются писать альбом и заниматься творчеством. Я уверен, что... Все, как вы говорили. Я уверен, что записывая этот альбом, ребята не подписали договора между собой о том, кому и как принадлежат права. Их еще не было между собой, когда записывался этот альбом. А ти откуда знаєш? Тому що Вадим спочатку записав альбом, а потім вирішив грати його наживо. Ні, в тебе там... Я записав, да, я отдельно. То есть, это ребята, я просто взял как музыкантов, а сам я... Ну, я понял. А скажите, вы, когда записывали альбом, вы подписали договор со студией звукозаписи? Конечно. Со всеми музыкантами, которые... Я вам скажу больше, все документы есть здесь. Можем показать. То есть, конечно... Господа, это образцовый музыкант. Когда у тебя девушка-юрист. Это образцовый музыкант, потому что... Размовляйте на всю тему зі мною. Я не підписав. Не підписав. К сожалению, старшее поколение украинских артистов не приучено к самому главному, самому первому шагу творчества, к юридическому оформлению своих прав на создаваемую ими музыку. Але це дуже важливий нюанс. Це ужасно скучно. Но без этого двигаться нельзя, потому что потом появляется какой-то человек, который ушел из группы. Который играл на треугольнике. И дальше он начинает предъявлять свои права, и дальше происходит полный бардак. Мы не можем издавать какую-то песню, мы должны что-то перезаписывать, потому что не подписали договор со звукорежиссером и так далее, и так далее. То есть перед тем, как идти в интернет, нужно сделать то, что сделали ребята очень правильно, молодцы. То есть, нужно юридически оформить свои права на фонограммы, которые вы создали. І ось, маючи юридично оформлені права на все, що ми створили. Повний такий ящик бумажок. І дівчина-юрист все це контролює. Все це в спальні або рекординова компанія. Ми думаємо, як на цьому всьому заробити в інтернеті. Не заробити в інтернеті, а заробити в інтернеті. Постійно плутаю. Як, чи можливо взагалі в Україні заробити на продажі музики в інтернеті? І якщо можливо, яким чином? Давайте відкриємо пару секретів. Якщо ми говоримо про український інтернет, то я не знаю, как там зарабатывают деньги, потому что он, в общем-то, по моим понятиям, на 99,9 там в периоде он пиратский. И денег там, просто нет. Все гроши забрал и пират. И единственные, совершенно верно, единственные цифровые продажи, которые есть внутри Украины, это то, что связано с мобильными телефонами. Так. Там действительно можно зарабатывать деньги. Каким чином? Либо самим каким-то образом, не знаю, каким, пытаться договориться с 3 мобильными операторами о том, чтобы они там, выложили музыку, б, ее рекламировали. Потому что нужно не забывать, что в отличие там, от интернета, мобильные операторы – это очень специфическая форма продажи. Там нельзя продавать много песен одновременно. Там продается только то, что рекламируется. Рекламируется там через так называемый IVR, рекламируется через смс-рассылки, рекламируется через письма клиентам и так далее. То есть это одновременно мобильный оператор реально продает максимум 50 песен. Ну, может 100, но тогда это неэффективно. Тобто не для всех ця платформа доступна? Совершенно верно. То есть нужно обратиться в рекординговую компанию, которая имеет очень жесткий договор с мобильным оператором и которая может, если песня хорошая, правильно представить там эту песню, чтобы она действительно продалась. А тільки хороша пісня має шанси продатися? Ну, мається на увазі там хороша, впізнавана, знайома, чи в принципі за рахунок якихось там договорничків, спеціальних контактів можна в цей там список вставити пісню, яка в принципі нікому не відома або, м'яко кажучи, лажова, все ж таки доволі непогано продається. Є якісь такі штуки, які працюють? Ви знаєте, наша компанія представляє в Україні огромну міжнародну компанію Universal. І, звісно, каталог компании Universal, но он желаемый для, в том числе и для наших Тобто можна сказати, от у нас є каталог від Universal, але тут у нас Маруся Чурай з піснею «Зас відстали козачень». Ви мусите її теж включити в список, так? В принципі, такий рычаг у нас є. Другое дело, что если бы я им пользовался, то, со мной бы очень не хотели иметь дело люди. Ми можемо зараз, не називаючи імен, поперемувати кісточки колегам чи конкурентам? Ну, ні, такий рычаг є, але я не знаю, щоб їм хтось пользувався, тому що, опять же, объем песен, которые можно рекламировать мобильным оператором одновременно, он очень маленький. И если я вместо песни «Мадонны» или там хорошие песни, допустим, группы Hard Kiss, буду рекламировать вот эту Марусю, то да, сколько-то... Не вот эта Маруся, а Маруся Чурай. Ну да, та Маруся, да. То это реальный персонаж. Так, «Зас відстали козаченьки» написала пісню. І багато інших. 300 років тому просто. Но вот просто, если мы вместо хорошей и узнаваемой песни будем пытаться продвинуть ту песню, которую просто почему-то нам нужно продвинуть, то мы сколько-то ее продаем, но в любом случае мы потеряем деньги на хорошие песни. Дмитро, ты что-то можешь сказать с этого привода? Чи тебе эта тема не цікава, ты не хочешь туда идти? Я знаю одно, точнее два. Два. Да, первая песня должна быть нужна людям, чтобы ее охотно продавали. Это очень сильно помогает. Согласен. Как правило. Вот. Для меня, честно говоря, рекординги потому и утратили в какой-то момент вообще интерес. Для меня, как для олдскульного музыканта, который вырос, читая антологии Битлз, антологию Роллинг Стоунс, все эти истории, как рекординги брали их и просто несли. Давали им аванс. Наш ты себя мучишь. Теперь мой сын себя мучит этим. Потому что я передал их ему. Я в какой-то момент, когда индустрия загнулась, перестали продаваться носители, неважно, пиратские или не пиратские, и все это переходило плавно в цифровое русло, рекординги вообще перестали рисковать. То есть раньше они там снимали какие-то артистам клипы, платили за альбомы, я это еще застал, этот период. После этого все перестали рисковать и стали просто ждать, пока оно само как-то прорастет, а потом они к нему придут. Поэтому зачем с такими людьми иметь дело? Такие потік камінців в город рекордингових компаній. Ну, це просто реальність. Ні, ну, я приймаю ці камушки, тому що я в самому початку програми сказав, що на сьогоднішній день у нас просто нету бюджету, в який ми б могли вложити, тобто, допустим, деньги є. Но вот их потом вернуть, если мы их вложили там в клипе, в записи альбома. Мы это уже обговорили. Да, все понятно. То есть вернуть может рекординг, который занимается полноценным продюсированием. Пропоную послушать музыку. Но я же не сказал второе. Другое же ты сейчас сказал. Я уже его и забыл, понимаешь? Может, ты поки задаешь? Первое было, что нужна была песня, чтобы она продавалась. А второе, куда бы ты ни пришел, будь то авторское общество или какое-то еще, везде ты напарываешься на одну и ту же какую-то навороченную систему. Люди говорят... Все дуже складно. Люди говорят, да. Это как вот зарегистрировать, например, дом, да, в нашей стране. Вот... Они смотрят на тебя голубыми глазами как-то сквозь, ти не можеш ніяк поймати этот взгляд. І тут з'являється такий чоловік, як Олег, який в цій системі все знає, як що працює. І ти чувствуєш, лучше я не буду зв'язуватися з цим, я себе розложу це здесь, 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 і буду грати концерти. От так вынужден действовать. Буду грати концерт, сказав Дмитро Шуров, Pianoboy, і Вадим з проектом Олейник, звичайно, одразу ж зрозумів, що це сигнал, дати невеличкий концерт тривалістю в одну пісню. Олейник нашій програмі. Очі, чую биття твого серця, голос звучить опівночі, до мене ти повернешся, я кажу, спи, засинай, спи, засинай, спи, засинай. Засинай, не йди, зачекай, бо це лиш сон, я обійму, цілую, пробач, на самоті мої слова почуєш. Довкола згортаються тіні, стеляться сірим туманом, ми наче в густій павутині, ми вже стоїмо над вулканом, я кажу, спи, засинай, спи, засинай, спи, засинай, спи, засинай. Не йди, зачекай, бо це лиш сон, я обійму, цілую, пробач, на самоті мої слова почуєш. Чекай, бо це лиш сон, я обійму, цілую, пробач, на самоті мої слова, не йди, зачекай, бо це лиш сон, я обійму, цілую, пробач, на самоті мої слова, не йди, зачекай. Олейник наживо в програмі «Моя музика». І я дуже сподіваюся, що без присутності Вадима, який є активним глядачем і коментатором нашої програми на Фейсбуці, там не вщухають якісь обговорення баталії, і є певна кількість компліментів на адресу і Олейника, і всього проєкту, і живого звучання, і україномовності також. Дуже приємно, що ти підготував сьогодні саме 3 україномовні пісні. Я би хотів ще трошечки посмикати вас, Олеже, а вам, Дмитро, дати можливість трошки перепочити. Мені цікаво, от ми згадали про піратів. Дискримінація музикантів в ефірі. Ми такі, ми програма дискримінації музикантів. Зараз Фейсбук зламається на цій стадії програми, ти ж розумієш. Ми вже зрозуміли, що це фішка, дискримінація музикантів в нашій програмі. Потім йде обговорення. Це дає стимул для творчості, щоб писати кращу пісню. Олеже, піратство, проблеми із продажем в інтернеті і через мобільних операторів. Які можна зробити кроки зі сторони держави, зі сторони, можливо, там, музикантів, представників рекордних компаній, щоб трошки покращити ситуацію? Є якісь можливості для цього, щоб все стало працювати краще? Чи це глуха тема і так просто коротко про це нічого не скажеш? По поводу интернета, ну, во-первых, нужно принять закон об интернете. Закон треба. Но без этого навести порядок с интернетом невозможно. Удивительная ситуация с законом произошла прошлой осенью, потому что наш парламент наконец-то проголосовал не закон про интернет, а закон о кинематографии, где был раздел, касающийся в том числе и музыки, и пиратства в интернете. И там предусматривалась ответственность интернет-провайдера за содержание сайтов, пиратских сайтов. Угу. Вот по неизвестным мне причинам президент не подписал этот закон. Так. Каминчик полетел в бик президента. Но, кстати, обидел он действительно. Меня обидел президент, сказал Олег Долинский в программе «Моя музыка». И не только меня, но и весь музыкальный бизнес Украины. Что еще? Вот, то есть должен быть закон, на основании которого отвечает за содержание веб-сайта. У нас просто уже час подгоняет, вот. Во-вторых, должен быть, после этого должны появиться в Украине легальные интернет-магазины. На сегодняшний день их нет. Как они, сами мають з'явитися? Тобто, це вже як в плане бизнеса. Потому что они не выдерживают конкуренции с пиратами. С мобильными операторами? Є якісь складнощі, как можно покращити работу с ними? С мобильными операторами удивительная история. В Украине 3 мобильных оператора, и каждый из них поставил между рекординговыми компаниями, музыкантами и собой, поставил так называемого контент-провайдера. Ага. Так вот, все эти контент-провайдеры, по удивительному стечению обстоятельств, это дочерние компании российских контент-провайдеров. Як цікаво. Вот. И проходит очень долгий промежуток времени между тем, как этот контент-провайдер заходит в Украину, потом кто-то переезжает из России сюда один, потом второй, потом третий, и в Украине создается уже нормально функционирующая компания, с которой можно работать. А хто би мав розібратися з цією ситуацією? Це компетенція Служби безпеки України чи прокуратури? Ви скажете, що я там... Ні, не скажу. Всі каламбури закінчені, тепер ми про серйозне. Ну, це государство должно розбиратися. Государство в особі кого? До кого ми зараз можемо... в прямому ефірі звернутися, наведіть порядок, приберіть прокладки, контент-провайдерів. Нет, контент-провайдеров прибирать не надо, просто нужно подумать, а почему это появляется здесь именно российские компании. Але краще, якщо це будуть наші, чи європейські, американські? Ну, лучше всього, якщо наші. Да, лучше бы, чтобы их не было вообще всего этих прокладок. Нет, они выполняют очень важное, нужное дело, которое сам мобильный оператор, ему это сложно выполнять. То есть они непосредственно руководят этими цифровыми площадками, которые есть у мобильного оператора. Я наивно думал, что без рекламы у нас будет значно больше часу на розмови. Знову часу не вистачає, а ще ціла тема – реклама, саундтреки, ми про це не поговорили. І тут уже, Дмитро, одразу хочеться тебе розпитати. Ти маєш досвід і роботи в рекламі зі своєю музикою, і в написанні саундтреків. Як це все відбувається? На тебе виходять? Це особисті контакти? Є якісь канали комунікації, куди може зайти кожен? Не знаю, к сожалению, никаких контактов. Есть у меня... Была у меня иллюзия долгое время, что артист, достигнув какого-то уровня известности, может построить такую свою мини-империю, посадив человека на каждую сферу. Посадив человека, который будет заниматься авторскими правами, юридическими вопросами. Посадив человека, не кажется, сразу... На зарплату посадив. Вот. Но и что каждый человек, работая full-time на этого артиста, будет искать ему в новые какие-то возможности. Вот эти контакты, как ты говоришь, каналы. Вот. Но на деле ситуация в Украине, как в маленьком достаточно рынке, самая большая страна в Европе, но самый маленький музыкальный рынок, обстоит так, что все равно есть некая гора, некая пирамида артистов по значимости, к которым приходит предложение. Чем выше ты находишься, тем больше к тебе приходит. Вот. То есть от того, что ты, находясь внизу, будешь очень много бегать, как белка, и стараться что-то... садити людей. Да, нічого не зміниться, да, к сожалению. І тут у нас питання, знову ж таки, що от є рекордна компанія, в якої всі ці люди є. Вот, да. Вот, дело в том, что камни в ваш огород... Это не были камни. Я это понимаю хорошо, что рекординг вообще-то может дать артисту очень много разных возможностей. Тем, что он каждый день работает над его там, правами, занимается этим. Вот. Вопрос в том, что ну, для этого он должен, наверное, как-то более, не знаю, явно, что ли, этим заниматься, наверное. Но, нет, но мы в действительности занимаемся. Вот то, о чем вы говорили. У нас есть партнер, компания Universal. У Universal есть... целый ряд подразделений, начиная с Disney Record, Film Music и так далее, которые занимаются, в частности, музыкой для кино. И мы регулярно туда предлагаем музыку, и кое-что иногда получается. Но, так что в этом смысле мы работаем. Но у вас больше зрозуміло. Я все-таки дорасскажу, да. Я дорасскажу, да. Ну, вот, то есть, поэтому все-таки приходят к тебе. Приходят больше по мере твоего развития. То есть в случае с, например, с ювелирным магазином, всем известным, который… Чем? С одним ювелирным магазином, с крупной сетью, крупнейшей в стране ювелирки, которая да, взяла мою песню. Все случилось очень просто. Квартал, студия 95, квартал 95, сделала мне предложение, обратилась ко мне, ну, от имени своих продюсеров. Назревал крупный проект, Владимир Зеленский и Елена Кровец стали лицом этого бренда. Ясно. Нужно было, чтобы композитор оформил все это в музыку, то есть не нужна была песня. Вот. В процессе возникла у них идея, потому что как раз тогда это было очень в тренде, делать целые такие большие рекламные кампании с песней. Например, тогда же выходила большая компания Джуда Лоу с «Виски», есть очень крутой ролик такой трехминутный. Вот. И они спросили, я уже к такому моменту написал какие-то скетчи, показал музыку как композитор. Вот продюсеры «Квартала» сказали, а было бы вообще супер, если бы это была песня. Вот. И я как-то вот посмотрел и выяснил, что как раз несколько месяцев до этого у меня была такая песня, и мы почти даже ничего не меняли, она идеально стала. И в ней, кстати, это парадоксально, это вот клянусь вам, что это чистое водосовпадение, в ней были слова «Я бы золотый век знайшов». Вот. То есть золотой век как символ золотого века в истории людей. То есть это просто какая-то сногсшибательное совпадение. Я так разумею, вот, что... И мы обсудили условия и сделали этот проект. Ну и с саундтреком это... схожая история, да? С саундтреком схожая история была. Ты сейчас саундтрек писал, да? Для какой-то квартальской песни? Чем у меня неправильная информация? Я как композитор вообще работал раньше очень много. Пока у меня не стало 80 концертов в год, я больше всего работал как композитор. Я написал огромное количество каких-то проектов и для кино, я написал мюзикл, я делал крупный рекламный очень проект для Икеи, такой очень продвинутый. И у меня большой в этом вопросе опыт, хотя я занимаюсь только крупными проектами, которые действительно интересны. Вот. Сейчас у меня нет возможности этим заниматься, просто нет времени, поэтому я только отслеживаю предложения по использованию моих песен, например, там песни «Родина», песни «Горячо слышно» и так далее, которые попадают в разнообразные фильмы. Но все равно здесь у меня нет цели заработать деньги. Первая цель есть — это донесение этих песен. Я очень тщательно изучаю, куда эта песня попадает, в каком она будет звучать фрагменте. Я получаю сценарий, я читаю эти сценарии. И только после этого я начинаю обсуждать какие-то условия. Тобто навмисно написание песни для фильма в тебе немає досвіду, так? Не, у меня сейчас это не происходит. Последний раз со мной это было с песней «Слуга народа», вот больше года назад. Тогда я действительно написал песню специально. Ну, на тебя вышли по той самой схеме, что и «Золотой». Да, «Квартал» после истории с песней «Кухання» сделали мне очередное предложение, сделали сейчас еще одно, то есть мы плотно сотрудничаем с ними. Ну, загалом, артист, музыкант має можливість заробляти на цьому, на рекламі, на... Я тебе скажу больше, есть, я знаю потрясающих в городе Киеве музыкантов, которые... Ну, я не маю на увазі тих, які пишуть музику там для реклами, я маю на увазі тих, хто... Которые, к сожалению, будучи классными сценическими артистами, ушли с головой в рекламу, абсолютно себя уже потеряли, и это очень тоже грустно, потому что сложно совмещать это. Когда ты можешь себе в этом месяце купить «Ягуар», а в следующем ты хочешь еще один. Ну, тобто фактично для артиста продаж пісень в рекламу Ну, это выняток, да, скорее, ніж закономерность. Да, это скорее исключение, но вот я хотел спросить, Дмитрий, а к вам часто обращаются, дайте песню бесплатно? Для чего? Для чего-нибудь. Вот там песня там… Каждый день. Вот я как раз об этом хотел сказать, что, к сожалению, к артистам, с которыми мы сотрудничаем, постоянно обращаются с какими-то предложениями, дайте песню бесплатно, в какой-то некоммерческий проект, некоммерческое кино. И вот я научил всех артистов, с которыми мы сотрудничаем, чтобы они в этом случае переводили стрелки на нас. И дальше я всем этим товарищам говорю, что да, конечно, дадим, если вы подпишете в договоре, что в случае там, продажи билетов на ваше кино, в случае там, получения какого-то дохода через интернет там, и так далее, вы платите какой-то бешеный штраф. Зрозуміло. Тобто все впирається знову ж таки в те, що треба підписати. Все. Но бывают же моменты там в карьере артиста, когда это может очень сильно ему помочь. У нас часу лишається дуже мало, а у нас Олейник ще має одну спеціально підготовлену для нашої програми пісню. Давайте три подряд, пацани. Три подряд. Можете? Пожалуйста. Yes. Очі стидаються і так плещать, губи солодкі твої мої мовчать, руки сплітаються, крутять, горять, та моє серце не знає, як сказать. Прошу, стирай, знов пишу. Давай, мала, сьогодні ми зустрінемось. А я тебе прошу, а я тобі шепчу, хай піде дощ, і ми з тобою змінимось. Погляд стомлені, ледве живі, тінь пустили, тепер ми самі. Мої думки, погляд мій егоїзм, нам не завадить цей реалізм. А я тебе прошу, стирай, знов пишу. Давай, мала, сьогодні ми зустрінемось. А я тебе прошу, а я тобі шепчу, хай піде дощ, і ми з тобою змінимось. А я тебе прошу, стираю, знов пишу. Давай, мала, сьогодні ми зустрінемось. А я тебе прошу, а я тобі шепчу, хай піде дощ, і ми з тобою зустрінемось. Дякую. Олейник вперше з живими музикантами наживо в програмі «Моя музика», і ми вже фактично на фінальній стрічці, там, чи лінії, як це правильно називається. Я думаю, що вже нічого не питатиму у наших гостей. Не все ми змогли сповна обговорити. Ми не справились явно. Підведу коротенькі підсумки. Як мені здалося з нашої сьогоднішньої розмови, заробити на музиці, на своїй творчості мають шанси всі музиканти в Україні. За умов, як вважає Дмитро Шуров, якщо будуть багато наполегливо і натхненно працювати, правильно я розумію? Однозначно. І як вважає Олег Долинський, директор компанії Comp Music, якщо підпише контракт з рекординговою компанією. Совершенно вірно. Ось такі загальні тези нашої сьогоднішньої програми. Можна одну маленьку ремарку? Звичайно, завжди можна. Щоб резюмірувати. Можна багато, просто музиканти багато думають об этом, але все-таки не можна починати з... Вот с денег, как с цели. Вы просто на початку говорили. Да, в самом начале. Просто очень-очень важно это понимать, потому что постоянно люди спрашивают, а как, а что, а что. Человек, который вкладывает в свои песни душу, сердце, талант, время, жизнь, время, которое он может провести со своими близкими, должен в первую очередь сам хотеть донести свою музыку любым способом, с помощью рекордингов, с помощью менеджеров или сам, но он должен хотеть это делать. От этого все начинается. К этому потом прилагается и вся вот эта вот история, называющаяся страшным словом монетизация. Вот. И потом уже появляется первый белый ягуар. Вот. Олеже, у вас є якісь прощальне, там, фінальне слово на сьогодні? Я просто полностью согласен с Дмитрием, что основной посыл все-таки идет от артиста. А рекординговая компания в данном случае это инструмент, который артист должен использовать для того, чтобы стать более известным, более популярным и попытаться заработать деньги на записанной музыке. Підтримки, опіки и оберігання від багатьох стресів. И внимательно читайте контракты. Да. Внимательно. Да. Это я подтверждаю. Не пожалейте, да, 1000 гривен на юриста, почитайте контракт. У нас традиційне дружнє рукостискання наших гостей, якщо ви не проти. Ну, я все ж таки не стримаюся і коротенько анекдот, який хотів розповісти на початку. Це дуже в тему нашої програми. Зустрічаються два українські артиста в метро, старий дуже анекдот. І один каже, ну як справи, так класно, ти знаєш, альбом новий випустив. А я знаю, я купив. А, так це був ти. Ти мені тоді його і розказував в метро. Так я ж тоді і згадав. Так саме тому я і захотів його розповісти. Це була програма «Моя музика». Зустрінемось з вами рівно через тиждень, наступну середу. Тепер уже о 21:00. Знову будемо без реклами. З нами, сподіваюсь, буде шоколадка. А сьогодні був ведучий Олександр Положинський. На все добре. Титры, да? Уже пошли титры? Ну, тебе нужен новий анекдот, Саша. Ні, так ти мені сказав, і тоді я вже згадав його. Коли ти мені сказав... Дякую. Дякую. Спасибо. Ой. Коли ти мені сказав, я вже згадав, і він вже мене мучив, мені вже хотілося його.